день, дорогие друзья. С вами я, Мороз Алексей, компания Крупмонтаж. Еду я сегодня на диагностику, посмотрю проблемную кровлю. Значит, клиент, я его еще не видел, только по телефону, сейчас познакомимся. Говорит, есть нарекания к мастерам, сейчас они только недавно исполнили крышу ему. В общем, ну все увидите подробно. Говорит, снег наметает на чердак. Ну, в общем, надо разбираться с ситуацией. Вот. Поедем со мной, будет интересно. Снега-то его нет. Ну, это нет снега. Это считается не снег. За сегодня нападало, да? Ну, это вот да, при том, что... Вот она. Это утеплитель, это все. Это все сырое. Это дальше будет пропитка постоянная всего. Я считаю, это ненормально. Не, вот... Так, а вот сюда посветите. Вот это вот гидроизоляция, надо, конечно, проклеить. Так, и он все по кругу? По кругу я фото могу показать, как здесь будет. Вот он, снег вокруг лежит. Вот он лежит, снег. Угу. И вот это было, да, там снег? Да. Вот снег лежит. Вот. Мы вот это вам здесь собирали. Это Андрей, строитель. Это вот с ним все собирали снег. Вот он лежит. Это сейчас. Надо, конечно, вот это, ребят, гидроизоляцию, но это вы делали, да? Да. Вот это все проклеивать надо. Ну, воротник ему делать, да? Ну, чем габитом, да? Ну да, он бы подстраховал бы. Виталий ничего не хочет клеить и говорит, нет, что... Так, ладно, вот сейчас на крышу полезем и посмотрим. Да нет, вы пока смотрите. Зачем? Вот с этой стороны... Стропила тоже сырая была. Вот она до сих пор еще сырая. Ну, это мы наверх залезем. Надо смотреть, как фартук сделали. Он у вас как раз большой. Видите, за ним сугробище. Вот. Нет, ну, по идее, это все равно ничего не должно попадать. Не степь, да, вода. Да, как да, бы чего конечно. Там не было, какой бы он не был большой. А мы сейчас залезем, там все станет ясно. Там, там есть много хитрости. Там можно клещ и поролон есть там под... примыкание проклеить, чтобы снега уменьшить. Вот эту гидроизоляцию, конечно, надо все при монтаже к ней заводить, обклеивать. Конечно, это должно все подворачиваться, чтобы снег сюда не летел. Вот это в первую очередь. Гидроизоляция, вот, допустим, у тебя конденсировать будет капельки на... Вот, конденсат да. Просто от металла. Она же сюда течет все. А температура, да, он будет капать сюда. Вот. И подворачивать вот эти... Надо было туда напуск делать по 20 сантиметров. На углах бы разрезы были, понятно. Но битумным бы проклеили, нагрели. И все.
А так по трубе, вот этот конденсат пойдет вот по трубе. Не, гидроизоляцию надо однозначно, ну, проклеивать. Вот как зовут тебя? Андрей. Андрей. Вот согласен бы, проклеил бы, не было бы снега. А он бы был, я не спорю. Сейчас мы посмотрим, как вы сделали примыкание. Вот, он бы был бы на гидроизоляции, она бы его подстраховала, ну, вывела там за край, дай бог. Вот. Вот. Вот это вот, я не знаю, вот. А потом уже попадание его туда, это уже говорит о еще там второй элемент. Это как они вот воротник сделали. Угу. Вот надо посмотреть. Ну сюда же тоже, чтобы попасть вот сюда, это от трубы, это как должно захлестнуть-то? Да легко и просто. Вот подтеки пошли, вот они все подтеки, вот они пошли. Да, легко и просто. Так, ну вот я вскрыл, ребят. Наметают вот отсюда, заметают в эти места. Почему? Потому что даже под коньком много снега находится. Там поролоновая прокладка идет, уплотнитель. И наметает очень снега. И, следовательно, если здесь этого нет, то наметает туда, вот здесь вот такая щель, гидроизоляция не проклеенная. Вот клиенту попадает туда. Виталий, помаши ручки. Привет. Вот. Ну, в принципе, ничего не буду говорить, но покрыто, обход трубы сделан более-менее. Вот здесь самый простой, заведен под конек. Вот. Ну, вот просто ребята прокололись, не проклеили изнутри гидроизоляцию. Она бы подстраховала. И надо было уплотнители вот под эти заложить. И было бы не было бы проблем. Сейчас мы еще вскроем. Тут жалобы на этот яндовый есть. Итак, разобрал я яндовый и конек. Ну, с коньком тут более-менее. Вот, сейчас покажу. Вот как ребята делают. Все, герметик. Два нахлеста. Ну, это еще более-менее. Вот самая главная ошибка, то, что я как бы стараюсь этого избегать, ребят. Закрученные саморезы в яндовую. Избегайте вот этого. Всегда вот яндовая, допустим, расположена по эти пор. Саморезы должны быть за ее границей. Кончаться в этом месте, в этом. А сейчас я объясню, почему. Если вы прокрутили вот в таких местах вот яндовую, то есть листы металлочерепицы, то если ливень, дождь сходит сюда, он забегает под металлочерепицу и уже на этом саморезе внутри затекает, потому что уплотнитель только прикрывает вот верхний стык листа, а под листом и яндовый вот водичка дождевая туда залетает, уже в эту дырочку попадает. Вот она через каждый лист вот такие моменты идут. Обращайте на это внимание, то есть как бы. Ну а так по обрешетке претензий нет, на уложено так эстетически, вроде бы, ну вот такие мелочи. Тем более мы изнутри смотрели, там на яндовое есть подтекание. Вот, небольшие, но есть, как бы.